Всем привет! В этом занятии мы с вами попробуем поиграть вот такой небольшой гитарный лик, основанный на обыгрывании аккордов. Для начала давайте попробуем рассмотреть обычную модель, которая здесь используется. Первый аккорд мы с вами обыгрываем ми минор, и поэтому у нас получается обычное трезвучие, то есть мы с вами играем. И затем, то есть у нас, смотрите, происходит что? То есть у нас идет тоническая нота, терция. И здесь еще у нас получается квинта, терция и тоника. И еще мы используем проходящие ноты. Теперь что мы делаем? Мы с вами начинаем играть его. Потом уходим на третью струну. Да, вот эту ноту мы не используем. То есть у нас получается... Сыграли. Потом перешли на соседнюю струну, точнее, через струну. И сыграли здесь основное трезвучие. То есть у нас, по сути дела, с вами, вот это основная мелодия получается. А вот это, то есть то, что мы уходим, потом делаем скачок правой рукой. Это у нас аккомпанемент. У нас получается с вами такое вот обыгрывание. И заново опять. Затем идет следующий аккорд. То же самое здесь получается. То есть, по сути дела, вы обыгрываете вот таким способом, только начинаете уже обыгрывать другую гармонию. То есть, если здесь мы сыграли ми минор, то дальше у нас с вами идет. То есть дальше же мы играем с вами до мажор, то есть там ноты будут до ми соль. То есть у нас получается соль, ми у нас уже есть, здесь у нас соль есть, до. Вот, и затем далее уходим на ре мажор. То есть фактически то же самое. Обращаю ваше внимание на то, как строится мелодия у нас на первой струне. То есть здесь у нас идет чистой воды ми-минор. То есть, по сути дела, мы с вами обыгрываем ноты ми-минорной гаммы. Вот. И никаких лишних нот мы с вами не играем, кроме тех нот, когда мы уже с вами переходим на уменьшенные аккорды. Итак, здесь мы сыграли, двигаемся дальше, у нас ре мажор мы сыграли, затем далее приходим в соль мажор. То есть у нас вот получается соль, си, здесь у нас получается си, ре и снова соль. То есть мелодия и аккомпанемент. Сыграли, затем заново пришли, теперь уменьшенный у нас получается ми бемоль уменьшенный, то есть у нас получилась мелодия и аккомпанемент. И приходим заново в ми минор, в наш начальный аккорд. Теперь все то же самое, переходим в обычный до мажор, до ми соль. Здесь мы то же самое играем с вами обычную мелодию. Затем далее переходим в ля минор. То есть ля минор у нас. Затем после того, как сыграли ля минор, переходим ля уменьшенный. Потом двигаемся на полтона выше до уменьшенный. Затем переходим дальше, двигаемся. У нас получается ми бемоль уменьшенный, мы его уже играли. И пришли в ми минор. После того, как мы сыграли с вами ми минор, закончили круг, играем обыкновенный минорный лад. Получилось такое небольшое у нас с вами проигрывание этих аккордов. То есть, получается, мы сыграли все аккорды вот таким способом. По сути дела, вы можете обыгрывать такой схемой любой аккорд. Например, возьмем с вами си минор. То есть, для того, чтобы его играть, нота си. У нас получается первая струна, седьмой лад. Если минор, то мы играем малую терцию. И в зависимости от тональности, в которой у нас будет находиться си минор. Ну, допустим, сейчас примем си минор за тонический аккорд, поэтому... У нас будет такой ход.
И уходим. То есть у нас теперь нам нужно вычислить, где у нас арпеджио. Трезвучие. Вот мы его сыграли. И получается. И уходим теперь на другую струну. Таким образом получается ход. Если то же самое сыграть на мажор, соответственно, мы меняем с вами малую терцию на большую, получается. И здесь приходим. Можно чередовать, например, два раза минор, два раза мажор. Будет вот что. Минор. Получается вот такой вот небольшой интересный ход, которым вы можете воспользоваться и обыграть абсолютно любую гармонию, и будет достаточно так интересно звучать. Я надеюсь, что этот урок пошел вам на пользу. Занимайтесь и развивайтесь, и пополняйте ваш словарный запас. Пока!